Всем привет! Мы снова с вами. Юра без хоккея сегодня отправляется на самое величайшее и мощнейшее мероприятие всего сезона. И это не какие-нибудь красные ковровые дорожки, Каны и тому подобные, золотые граммофоны. Нет, закрытие сезона хоккейной школы Start Your Life. Там самое важное и происходит. Сейчас узнаем все. Смогли заглянуть, как ребята, которые будут показывать свой концертный номер, готовятся. И вот эти супер расстановки. Оп, вот видите, вот так надо разыгрывать большинство. Чем будете сегодня удивлять? Башкирский танец. Очень красивый танец. Узоры будут очень красивые. Узоры будут? Да. А каким образом вы будете их показывать в движениях? Да, танец. Будем танцевать. Можете привет передать. Приветик кому-нибудь. Кому-нибудь. Всегда есть тот, кому можно передать привет. Поэтому тоже так можете зайти в комментарии, воспользоваться этим. А ты куда ушел? Куда ушел? Стой, вернись. А ты что, не в составе? В составе? Ну. А сейчас же там без тебя? А, просто я танцую. А что делаешь? Просто смотрю, как другой танец танцует. А ты в другом танце? Да, да, да. А какой у тебя танец? Родина. Какой? Родина. Родина? Да. Все правильно, самое лучшее — это наша Родина. Тихо, 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 тихо. Привет. Я так понял, ты готовишься к турниру по боксу или что у тебя здесь? Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. 3, 2, 1. Работаем. Итак, дружище, давай рассказывай про свой лук. Я видел в интернете, там сейчас очень модно. Чё почём? Off-white 40 тысяч. Покупает мама, зарабатывает папа. Ну, на мне сегодня пиджак. На самом деле он мне достался от моего прадеда по наследству. Цену не знаю, но, наверное, без цены все-таки. По-любому без цены, конечно. Ботиночки тоже, на самом деле, тоже от прабабушки достался. Чувствую. Также у меня есть с собой вот такие часики. Воу-воу-воу, что ты... Которые показывают точное время, на самом деле, абсолютно точное. Ну, естественно. Прямиком из Санкт-Петербурга, они 1950-го, по-моему, года. Вот, ну, вот как-то так. Что касается прически, почему она так настолько крутая? Ну, потому что мне с детства запрещали, на самом деле, стричь, и я вот до сих пор не постригся с детства. Ну, что там по статистике, по-любому, если ты нас тетрадочкой пишешь, да, есть такое? Пишу, что там 90 голов, по-моему, 100 передач за сезон. Так, ну ты, я так понял, Макдэвид чуть повыше там? Чуть-чуть. Но он не играл на Поволжье? Нет, нет, нет. Кто он такой, да? Ну, он, у меня с уровень. Ну давай, получается 100 плюс 90, 190, следующий сезон, что там у тебя, какие цели, задачи, турниры, мотивация, где будем брать? Ну примерно 150 голов, 150 передач, такая цель. Получается сколько? 300. Легко стать звездой, приходить в нашу передачу. Ты почему из раздевалки бурек забрал? Потому что так надо. А для чего? Для своих использований. Вот кого мы встретили, это Шакир Мухаммадуллин. Шакир, how do you do right now? I know you're just gonna play in NHL, so what are you feeling right now? Все нормально. Ты где был, напомни? Сан-Хосе. Так, Сан-Хосе — это Коста-Рика? Почти немножко, чуть-чуть поближе. Ну давай, рассказывай, как там? Ну, не Уфа, конечно, но в целом терпимо. Ну смотри, мы сейчас в Чикаго. Мы в Чикаго, да. Чикаго, в Черниковке. Получается, Сан-Хосе насколько далеко от Чикаго? Ну, как Нефтекамск, наверное. 2 часа на автобусе ехал. Я продаю собак мальтийской болонки. Но это как хобби. Я продаю их, да. Мне нужен покупатель. Ну все, мы твой контакт там сделаем в интернете. В интернете. Все. Так брату пришел. Мы сейчас находимся в очень классном месте, за кулисами. Мало кто сюда может попасть, кроме тех, кто был официально приглашен. Это не мы, но все же мы здесь. Сейчас мы посмотрим, как здесь кипит жизнь. Интервью, быстренько, пару слов. Здесь они в этом зале. Ну что ж, невероятное, крутое выступление. Прямо сейчас со сцены ловим онлайн. Впечатления, эмоции.
давно мы скучали по сцене, хотелось выступить для такой публики, тем более очень приятно выступать. Школы. Так, это ты заготовила речь, а теперь на самом деле... Это правда, я люблю выступать. А такое может быть? Вот ты же идешь по улице, настроение хорошее, музыка у тебя в наушниках, и ты начинаешь танцевать. Бывает такое? Я хотела бы жить так, чтобы я могла себе это позволить. Пока нет. Дамы и господа, по итогам сезона команда стала чемпионом по Приволжскому федеральному округу, уважаемые звезды! Ну что, давай, делись впечатлениями. Прям такое интервью никогда не делали. Очень классный праздник. Спасибо всем. Спасибо моей команде. Я всех очень сильно люблю. Все реально самые лучшие. Ну покажи медальку давай. Медаль на самом деле из настоящего золота и самого чистого. Не ломается никак. Очень вкусная. Давай, иди, забирай выпускник свой. Ну что же, вот таким получилось закрытие сезона для хоккейной школы. Выпускной, улыбки, шарики, радость, чемпионство. Желаю вам всего наилучшего и совсем скоро увидимся уже на играх Салтюлаева, а может быть и раньше. Пока.